Київський гурт «Бахрома» запросив дніпрян на входини. Третій альбом існуючого складу команди під назвою «Дім». В ньому 9 треків, його писали на 3 різних студіях. І головна особливість нової платівки в тому, що всі пісні мають абсолютно різний настрій. Культурне меню вислухало думки всіх 4 бахромістів і з'ясувало, у кожного на цьому альбомі своя улюблена композиція. Всегда, когда дым на сцене, я всегда представляю себя Аллой Пугачевой. Бахрома для вас, она какая? Какая группа? Теплая. Мягкая. Душевная. Приятная. Ух ты, класс. Добрая. Успокоение, глубина, спокойствие, радость, счастье. В зависимости, в каком я настроении. Вдохновляют радоваться жизни. Радоваться вообще, людям, которые вокруг. Да, и вообще жить, что-то делать, приятно их слушать всегда, везде. Да? Да, как и ребенок наш слушает. Они очень разные для меня, то есть как каждый их альбом, в принципе, достаточно разноплановый и, как всегда, очень интересный. Мне все нравится. Цепляет как и слова, так и настроение, так и передача, ну, все в общем. У них шикарный саунд, мне очень нравится их музыка, именно их аранжировки и то, что они играют. Да, все любимые. Ну, на глубине, наверное, самая она. Я, например, не знаю нічого похожого на «Бахрома» в Україні. Це все про гурт «Бахрома», який, між іншим, час від часу заслужує компліменти не лише від публіки, а й від колег, а вони зазвичай скупі на похвали в адресу конкурентів. Неважливо, хто назвав їхню музику найбільш інтелігентною, і неважливо, хто досі вважає їх надією української сцени. Важливо, мабуть, що ця надія сцену не полишає, а тільки росте. Новинки від «Бахроми» зазвичай по осені рахуємо. Роман Бахарєв не раз називав саме осінь найбільш плідною порою року для себе. Але групові пологи дитини під назвою «Дом» далися нелегко. Мені здається, що... Да мені не здається, мабуть, це була найтяжчая пластинка, яка случилась у нас вот в такому составі. Это уже 3-я пластинка наша совместная, и она действительно была самой тяжелой. Хотя, ну, результат нам всем нравится очень. Так рассказываешь? Ну, это правда, это было, это был поиск самих себя в первую очередь, поиск звука. Ну, это вообще был, в принципе, тяжелый для нас год. Мы многие вещи для себя, да, мы просто ругались между собой, ссорились. Вот. Но в конце концов подружились. Смотрите, как мы друг на друга смотрим. Если вы не согласны... Из-за того, как прийти к той или иной, к тому или иному моменту в песне, где, ну, в общем, творческих споров. И, но, слава богу, все закончилось. Мы записали этот альбом и даже не доделали, не хватило там, не оставили этот альбом без 2 композиций, которые не стали включать из-за того, что сомневались. Не знайшли спільного консенсусу. Складне народження чергового альбому обумовлено непростим характером власне гурту, кажуть музиканти. Вони всі різні, в досвіді кожного свої історії. Одностайності в усьому і бути не може. Якщо ми і здаємося шанувальникам якимись цукерками, то варто знати, що вони горчинкою, зауважує Роман. Що й казати, якщо навіть одна пісня може спричинити цілий вир суперечок і пригальмувати вихід альбому. Мы поехали прошлой осенью в Европу, и там просто, когда ты путешествуешь, да, в Амстердам, мы посетили 5 стран тогда, и я написал там определенное количество стихов, на некоторые из которых мы написали песни, которые вошли в эту пластинку. Вот так все началось. Мы вернулись, сняли дом, поселились там, жили там всю зиму. Спорили, искали себя, в какой-то момент разругались даже, но потом собрались силами. Ну, такое бывает, это творческий поиск, это нормально, вполне. Я сейчас стою как на линейке, себя чувствую на школьной линейке. Мы довольны, ну реально класс. Ну вот по-настоящему это получился взрослый альбом, взвешенный. Там нет ни одной лишней ноты, все продумано, и ну и звучит он клево. Вот самое спорное? Ну, самое долго ищущее.
песня «Кадриль», мне кажется. Это песня, да, которая перерождалась в три этапа. Ну, то есть, чтобы выйти на пластинке именно вообще в другой форме. Мы пробовали в разных вариациях ее аранжировать. Она сложная. Она у нас рождалась на первом этапе, а ее уже кода произошла в самом последнем. Ну, то есть, она, можно сказать, приводилась в тот вид, который мы желали целый почти год. Утім, результат команда оцінює прагматично. Люди ходять на концерти, слідкують за новим відео в інтернеті. Значить, творчі біки були того варті. Я кайфую. Я его, правда, не слушал после выхода, вот, потому что мы много последнее время, особенно последние несколько месяцев, я зашивался прямо в студиях, и поэтому сейчас его не слушаю. Должно пройти какое-то время, чтобы я послушал свежими ушами, ну и как-то заново на это все посмотрел. Ну, Марину мы вот буквально несколько дней назад выложили в сеть на своем YouTube-канале, и оно уже набрало больше там 100 тысяч просмотров, за что большое спасибо всем нашим фанам, да, посмотревшим всем. Спасибо всем, кто посмотрел. Посмотрите еще раз. Мы хотим экранизировать, если не все, то большинство песен из этой пластинки. Мы хотим снимать видео. Не знаю, сейчас вот с несколькими режиссерами говорим на этот счет, посмотрим. Ну, что быстрее срастется, то и будет. Дніпро – традиційна, ба навіть обов'язкова концертна зупинка в кожному турі «Бахроми». Минулого року наше місто було приємним гастрольним фіналом. Бахромісти компліментарно кажуть, тут завжди приймають як рідних і прощають усе, а в таких випадках і старатися хочеться особливо. Надалі нам треба чекати не тільки нових відео, а й нових пісень, тільки вибачити улюбленцям невелику паузу для накопичення нових сил і нових історій. Просто отдохнуть, и все. Хотите дальше? Это Ирина спрашивает, я у пацанов спросил. Теперь там. Пацаны, хотите дальше? С вами просто все понятно. А мы уже четвертый день играем концерты. Буду плакать, никогда не умрешь ты, Андрей. И с ума мне добавляешь же меня скорей, ВКонтакте меня скорей. И сейчас все люди, которые пришли на этот концерт вместе со мной, специально для Андрея, для нашего волосатого чудовища. 3, 4.